Шкит Лучик представляет Плюшкины истории. Как поросенок мусор победил. Жил на свете поросенок, да вы его уже знаете, это наш Плюшка. Мама была у него хорошая, папа у него был хороший, и дом у него был просто замечательный. Но только Плюшка не очень-то о нем заботился. Съест конфету, фантик бросит, выпьет молоко, бутылку бросит за диван. Съест яблоко, огрызок бросит, где придется. Ой, как вкусно, хрю-хрю-хрю, еще вот молочка, пожалуй, выпью. Ой, хрю-хрю-хрю, хорошо, вкусно, но, пожалуй, яблочко еще погрызу. Хрюм-х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 рюм. Ой, хорошо. Вкуснятина-то какая! Пойду, наверное, посижу на диване, отдохну немножко. Ох, хорошо-то как. Плюшка! Да. Плюшка! Ты опять намусорил. Немножечко, чуть-чуть. Сколько раз я тебе говорила, что так делать нельзя. Нельзя, да. Ой. Я немножечко всего лишь. Немножечко, немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Эх, хрю-хрю-хрю. И однажды куча мусора ожила. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мой диван. Что это? Что это? Я здесь живу. А кто здесь живет? Это я здесь живу. А где же я здесь буду сидеть-то? Мой диван. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пойду тогда вот на моей любимой кроватке с подушечкой полежу. Ой, наверху диванчик мой, кроватка моя. Ой-ой-ой! Мой диван. Кто это? Моя кровать. Это моя кровать и моя подушечка. Моя подушка. Ой-ой-ой-ой, хрю-хрю-хрю. Ну как же так? Мама, мама, мамочка, мама, там мусор, он меня победил. Мусор? Да. Неужели? Да, мусор. А я знаю волшебный предмет. Он точно поможет тебе с мусором справиться. Какой такой предмет? А вот, посмотри, это веник. Веник? И он поможет вот этими двумя мучами. Конечно, поможет. Попробуй. Ну-ка. И куда мне вот этот вот мусор? Как это куда? Ведро. Ведро? Ну ладно, я сейчас вот попробую. Буду как смелый рыцарь, пойду на бой и победю его. Я пойду и побежду его. Пойду и в мусорное ведро отправлю. Ну-ка, раз-два. Ну-ка, мусор, уходи в мусорное ведро. Раз-два, вот так мы его. Мамочка, посмотри, ведро наполнили. Ой, молодец, Плюшка, полное ведро. Да, мамочка, ну-ка посмотрю. Ой, совсем полная ведерко, да. Больше я вас никогда в дом к себе не пущу. Ваш дом в мусорном ведре. Ой, мамочка, посмотри, как чисто кругом. Какая красота! Плюшка, да ты молодец! Хрю-хрю-хрю! Какой ты умница! Да, я такой, мамочка. Больше Плюшка никогда не бросал мусор, где попало. Его дом стал чистым и уютным. А ты хочешь победить мусор? Отнеси его в мусорное ведро. Пусть знает свое место.
А пока предлагаю посмотреть, что получилось у наших ребят. Из пластилина, бумаги, лоскутиков ткани, ваты, фантиков и разных бутылок. Когда пришла идея, зря времени не трать. И взрослые, и дети должны изобретать. А ну-ка, 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 давайте на раз-два. Такая вот наука, не хуже волшебства. Ничего. Изобрести полезно, лекарство от всего. Не хочется идти мне на кухню кушать торт. Хочу изобрести я тортовый телефон. А ну-ка, 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 давайте на раз-два. Такая вот наука, не хуже волшебства. Для моря нужен катер, для неба самолет. Изобрести бы, кстати, плавучий вертолет. А еще можно придумать вот такую игру. Для этого понадобится 5-литровая бутылка, помощь взрослых с канцелярским ножом, фольга для шариков и немного фантазии. Играйте, будет весело. Давайте на раз-два. Такая вот наука, не хуже волшебства.